Лучший подарок тот, который можно съесть. А если это эксклюзивный шоколад в оригинальной упаковке, то такой сувенир точно придется по душе каждому. Уже более 20 лет в Люберцах работает кондитерская фабрика, которая производит под заказ сладкие подарки, шоколадные плитки, конфеты и наборы. На предприятии побывали и мы. Это помещение сотрудники фабрики называют самым вкусным. Партию уже готовой продукции скоро отправят на упаковку. Повсюду витает запах шоколада. Его здесь делают на любой вкус. Внутри начинка марципан. Но марципан – это смесь орехов и сахара. У нас три вида шоколада. Это молочный, десертный и горький. Вот. И это сейчас у нас горький шоколад. До этого мы заливали тоже с такой же начинкой молочный и десертный. Конфеты и шоколадные плитки ручной работы. Весь процесс производства от обработки какао до создания упаковки происходит здесь. Над разработкой тематических логотипов и рисунков работает команда креативных дизайнеров. Продукция абсолютно везде продается. В аэропортах, в зонах дьюти-фри, во всех городах, в сувенирных магазинах. Конечно же, на каждом столе этот шоколад присутствует. И нам очень приятно, что это предприятие с такой уже достаточно серьезной историей. Мы как город, который за каждого инвестора борется, и мы говорим о том, что Люберцы – территория для инвесторов. Мы, конечно же, всегда будем поддерживать любое предприятие. Основной покупатель этой продукции – туристы, которые посещают российские города. Поэтому шоколад, сделанный в Люберцах, можно встретить в разных уголках мира. Кроме того, у нас большое количество и госструктур, и частных структур, потому что еще одно из наших направлений – это корпоративный продукт. Здесь представлена какая-то часть, кому мы когда-то делали. У нас есть два поставщика сырья все эти годы. Один из них – это бельгийская компания, у которой один из заводов находится в России. И плюс у нас еще одна российская компания, производство которых сырья находится частично в Нижнем Новгороде, частично в Калининграде. На шоколадной фабрике работает более 50 человек, в основном жители городского округа Люберцы. В сентябре этому предприятию исполнится 22 года. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.